небольшой тест на кухне. Нож Easy RC3. Нож совсем новый, я еще им не пользовался. Так. Фабричная заточка очень хорошая. Посмотрим, как он будет себя вести после того, как разделаем курицу. Кстати, это новая модель с фальшлезвием. И поэтому колоть этим ножом очень удобно. Он практически проваливается. Я, конечно, не специалист, особо в разделке. От этого даже будет интересней. Так. Внутри курица еще замороженная до сих пор, тоже добавляет интереса. Так, вырезали грудку одну, теперь вторую. Так, шея. Все, значит, это пойдет на суп. Нам осталось только разделить ножки. И грудку тоже. Ну теперь посмотрим, что у нас с заточкой. На глаз микросколов не видно, хотя я так довольно жестко обошелся там по костям. Класс. Честно говоря, я часто проверяю так ножи, я просто еще до сих пор этого не показывал, но я остался очень доволен тем, как проявил себя RC3. Спасибо за просмотр. Пока. Bye-bye.